Написано в святих писаннях, если у родителей есть много детей, то отличается либо старший ребенок, либо младший. Дядя Илюша, это большой подарок для всего нашего Авлота. Один из самых младших сыновей. Рахмат Божа. Дойд Хаим Бово, Днём Двин. Говорить о нем можно много и долго. Я вообще не любитель ходить по дням рождения, честно. Но на день рождения своего дяди я прихожу с большим удовольствием. Дядя Илюш, я не знаю, как выразить все, что у меня внутри есть. Вообще для нашего Авлота этот год очень такой интересный год, как бы округленный. Недавно мы отправляли... Недавно мы отмечали круглую дату 65 лет моего родного брата Урель. В этом году мы достигли 60-летнего рубежа я и Рита. Рита хай 18,5 лет. Вот. Дядя Илюша 75 лет. Дядь Миша 80 лет. Круглая дата. Жан не будет 55, я не будет 35. Ох ты. Очень интересный год у нас вообще. Который называют... И мой отец 120 лет со дня рождения. Ого, вот это рождение. Дядя Илюш, Илан Худован, Худован Хамики, мой дух, мой дух. Моа Худован Ризо, Рахмат Кербошей Сухай Вакама. В его обществе всегда было интересно. Дядя Илюш, вы относитесь к категории людей, которые все время сеют добро. Я, например, точно знаю, зачем вы пришли в этот мир и какой тикун вы делаете. А? Я вам скажу один на один. Но я вам скажу одну вещь, дядя Илюш. Вы это делаете очень успешно. Я стараюсь. Хотя я не знаю. А? Я вам скажу. Я стараюсь. Илон Боже. Дай Бог вам здоровья. Самое главное здоровье. Вам прекрасная жена, прекрасные дети. Илон. Миллион, дешево вам даврин, не верой, а верой вам знаем. Ильяд, Ильяд дома. Ильяд дома. Ильяд. Бачкиро. Ильяд, Ильяд. Ильяд. Правнук его. Или, или, и живёны кирик, или, и живёны. Сейчас ты можешь ходить. И с вами постараемся. Возьми домой. Шашлик хочешь, да? Шашлик. Все, уже гаштете. Сюда чмо. Вам крепкого здоровья. Аминь, аминь. До 20 лет. И дай вам к Божьему зерчу, как там наживим. Аминь, аминь.